Работаем, потому что новости, да? Используем как печатную машинку в основном, конечно, и новости, да, и общаемся с родственниками, с близкими, друзьями. А общаюсь с друзьями, родственниками, все далеко живут. Да, письма пишу, фотографиями обмениваюсь. Хочу стать художником, когда вырасту. Ну, и я набираю сайт, учусь рисовать с компьютером и вопросы задаю к интернету. Узнать, например, новости, также узнать... Поиграть, естественно, посидеть в контактах с одноклассниками, ну, узнать какое-то интересное, что, вот, например, не знаешь, в Яндексе посмотреть. А мне компьютер в основном нужен для работы, то есть я занимаюсь и программированием, и в частности переписка с иностранцами, поэтому в основном как почту использую.